Господа смотрящие, приветствую всех на канале PG Life. Так, у нас, значит, новый выпуск. Продолжаем, так сказать, эпопею со сториджем, с трейлером. Я сейчас приехал цеплять его, чтобы вести его на сверку ВИН-номера, потому что я не могу без этого, ну, как бы оформить его на себя и припарковать. В общем, что нам надо? Оформить на себя и припарковать. Где-нибудь, где мы можем проводить работы. Уже неделя прошла, мы еще пока ничего не делали. Аня вообще в Майами только завтра прилетает, улетела туда на 6 дней за мамой, за нашей, ну и сама как бы отдохнуть. Вот, завтра она только прилетит утром. Я сейчас цепляю трейлер и поеду в местное, так сказать, отделение ГАИ проводить сверку номеров. После этой сверки я отдам документы просто человеку, который там за $100 все сделает вместо меня, чтобы мне не надо было там ни в очередях торчать, ничего делать. И потом мне просто принесут уже документы, чистый тайтл на меня и новый этот, ну, номерной знак. Вот, так что сейчас вот буду цеплять его и поеду. У нас проблема в том, что у него с электрикой, как бы он такой загон, там сзади фонари поставили самодельные и перепутали право-слева, то есть поворотники работают по-другому. На машине я включу влево, на трейлере замигает справа. Поэтому мы ехали, в принципе, на аварийке всю дорогу с Юты. Ладно, хорош болтать, цепляемся. Так, ну что, дядька забрал документ, ушел. Что-то он не может понять, потому что в документе ВИН-номер, понятно, сходится, все нормально, но в документе модель и производитель одно и то же. Kia ITM стоит аббревиатура и все. А по идее модель-то у него 245-я, Kia ITM производитель. Короче, ушел в офис, говорит, сейчас что-то типа будем искать, решать, как это правильно оформить. Потому что до этого документа они не парятся. Везде поставили Kia ITM, Kia ITM и производитель, и модель. Такая запарка, короче, жду. Ну все, прошли, все сделали, ВИН-инспекцию сделали, указал он, теперь у меня указано, что модель 245-я, там производитель TITM, там, или как он там, RD-трейлер, в общем, сейчас будет по уму оформлен будет трейлер, а то у этого предыдущего хозяина он был оформлен, короче, немножечко неправильно. Но без проблем, все, нашли в базе модель трейлера, внесли и все. Теперь завтра, по идее, получу уже номера на него. Сейчас надо только паркануть его назад. Так, чемоданы погрузил, в аэропорту нахожусь сейчас, и у нас прикол приключился. Аня и мама, и Айжан опоздали на самолет, улетел только их багаж. И я приехал забрать багаж, чтобы он тут не потерялся, а они остались в Майами. Но так бывает. Большая очередь была на таможне, на вот этой проверке, и они не успели на самолет, они и еще человек 20. Вот. И я не шучу. Я вот погрузил чемоданы, сзади уезжаю с парковки. Сзади никого. Потерялись. Всем привет. Вещаю из Майами. Уставшая, замученная, потому что должны были утром улететь. Сдали багаж. А улететь не успели. Была большая очередь, и мы опоздали на свой самолет. Расстроились очень сильно, попалась нам очень хорошая девочка. Она нам сделала сразу билеты бесплатно, тем вечером. Сейчас жарим шашлык с друзьями. Хорошо, здесь есть друзья, которые нас забрали с аэропорта, забрали к себе. Мы чуть-чуть поспали, потому что ночью не спали. Вот. И теперь жарим мясо, сейчас покушаем и опять поедем в аэропорт. Отдых был классный, но в конце было тяжело. Ну да, вот так вот. Иногда такое бывает. А так, Майами. Классный город. Вон, видишь, Юрик, жарим, жарим. Женька жарит такие куски мяса. Я не знаю, сколько он их, конечно, будет жарить. Сколько ты его будешь жарить? Чтобы на самолет опоздали. Да, слышал. Подольше, говорит, будет жарить, чтобы мы еще раз на самолет опоздали. Еще у нас такие вот грибочки. Вот. Вот такая погодка.
Так, ну что, только что еще одно важное дело сделал. Завез все бумаги, документы, передал женщине, которая занимается услугами, ну, оказывает услуги по там, DMV, да, ГАИ местная, на оформление трейлера. То есть, в принципе, завтра где-то, она сказала, в 9 утра она завезет мне уже регистрацию, номера, там, короче, все будет сделано. Ее услуги стоят $150, плюс за все вот эти оформления, там, ну, трейлер старенький, из... дешевенький, там не должно быть много, поэтому там попозже скажу, сколько чего. Завтра, когда буду знать, сколько, скажу, сколько мне обошлось оформление этого трейлера на себя. И завтра же я его повезу на этот на стоянку, на парковку. Завтра же повезу, потому что он уже будет оформлен, и страховку я на него уже сделал, все нормально. Кстати, страховка трейлера вообще дешевая, там $25 в месяц. Это как бы не машина, а трейлер, плюс тоже то, что он старенький, нормально, терпимо. И, соответственно, куда я сейчас еду после этого? Так получилось, что я спонтанно купил, выиграл storage, выиграл контейнер. Поэтому сейчас поеду разбирать, снимать ролик именно в тематике контейнеров. Но купил я его, руководствуясь опять же таки тем, что увидел там что-то, что нам сейчас нужно. А конкретно кое-какие стройматериалы для того, чтобы реставрировать storage. Фотографии немного размытые, надеюсь, это листы фанеры, которые я видел, целые, нормальные. Ну, как бы, если нет, то там есть еще интересные вещички, саквояжики какие-то, кейсики, Dyson пылесос, ну и прочие такие какие-то интересные мелочи, которые плохо можно было разглядеть. Надеюсь, что-то стоящее. Вот, сейчас доедем, открою, покажу. А подробный разбор увидите уже в ролике, который посвящен конкретно контейнерам. Вот, сейчас общался с Анютой, сидят там, как бы мяско пошли опять жарить на улицу, там барбекю делают, то все. Вечером сегодня в ночь вылетают, прилетит она только ночью, после 12 часов. Вот так вот, опоздашки такие. Мы как-то раньше, знаете, опоздание на самолет, но это что-то такое, ого-го себе. И там в кино смотришь, как люди на самолет опаздывают, или слышишь от кого-то, но сами как бы ни разу. Тут вот они опоздали на самолет. Но благо им дали бесплатные билеты на следующий рейс. Ладно, прилетят, никуда не денутся. Дверца-то наладом дышит. Вот это мы купили. Разбор увидите в другом ролике. Ну что, все. Сторож мы весь вывезли. Прошло пару дней. Вот материал, который можно использовать, более-менее отобрал. Не густо, но он по-любому весь пойдет в дело. Как минимум $100 нам экономит на покупке материалов. Если не больше. Поэтому сейчас мы все разгружаем. Кстати, документы только сегодня получил на трейлер. Новые, все оформлены теперь уже на меня. И теперь его можно парковать на специальную парковку для трейлеров, где мы и будем, наверное, с ним работать. Вот, пока сейчас... Все это время он стоял, мы к нему не прикасались. Кстати, за оператора у нас Анюта вернулась, заблудившаяся, привет, потерявшаяся, привет, потеряшка. Вот. Ну что, ролик этот скоро увидите про этот контейнер. Там с ним надо помонтировать, поизучать, потому что есть находки хорошие, интересные. Денег мы на нем заработали, что тоже хорошо. Вот. Короче, работать продолжаем. Работа есть, работы много. Работу работаем, сториджи тоже присматриваем. Все в таком режиме. Если хотите увидеть этот проект с восстановлением этого RV, с этого трейлера для путешествий, не забудь проверить подписочку, подписаться. На этом все. Пока-пока. Берегите себя, своих близких. Будьте добрее друг к другу. Увидимся. Всем пока.